Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников и скульпторов, их автобиографии. Австралийский телеведущий, писатель, художник-импрессионист и продюсер Роберт Хаган. Вот что я нашел о нем в интернете. Родился в Новом Южном Уэльсе 10 мая 1947 года. Окончил университет Ньюкасла в 1969 году и является художником-самоучкой. Роберт Хаган известен своими западными, романтическими, декоративными, приключенческими, портретными и морскими картинами. Подход его к живописи заключается в переводе сцен повседневной жизни в романтическое, ностальгическое и блаженное мирное видение мира. Его сюжеты включают фигуру в момент размышления, животных, детей, ловящих рыбу на пляже со своим отцом, парусные лодки, птиц тропического леса, ковбоев верхом на лошади, загоняющих скот, или сгорбившихся у костра после тяжелого трудового дня и пыльных пейзажей австралийской глубинки. Стиль Хагана – импрессионизм, использующий ограниченную палитру масла для придания картине ощущения спокойствия и игры света, чтобы оживить картину. Его мазок свободный. Получил степень доктора искусств и профессора в Международной академии искусств в Греции. Книжные публикации включают картины Австралии, образы Австралии, романтические картины маслом, сделанные легко, ковбои, старый запад, моя Австралия, заветные моменты. Был создателем, исполнительным продюсером, ведущим 10-серийного сериала о путешествии в живописи, который был лицензирован в 2010 году для Discovery HD и показан на международном уровне на нескольких языках. Выпустил 5 обучающих DVD по живописи. Вот так вкратце все то, что мне удалось найти о австралийском телеведущем, писателе, художнике, импрессионисте и продюсере Роберте Хагане. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.